Всем привет! Ой, я тут разлил кофе. Всем привет! Я надеюсь, что стрим уже начался. Сегодня мы снова немножко порисуем. Задавайте вопросы. Если что-то со звуком или еще что-то, естественно, пишите. Будем все исправлять. Итак, давайте вам расскажу, что у нас сегодня в планах. В планах у нас нарисовать вот такие штуки. Топпер, нарисовать медальки. Сделаем обложку. Ну, мягко говоря, сделаем. Просто поменяем буковки. Все макеты, естественно, вы найдете. Подарю я вам, собственно, отрисованный вот такой вот веночек симпатичный. Затем мы нарисуем ключницу по эскизам заказчика. Вот с такими вот фигурными дверями. Ну и ждет вас еще пару бонусов. В конце посмотрим по времени, будем успевать. Тогда еще порисуем и остальное. Ну что ж, доброго вечера. Давайте приступим. Будем рисовать вот такой вот топпер. Размер 15 сантиметров. Вот с такими параметрами. Есть у нас текстовый блок. Что я в первую очередь делаю? Каждый элемент я разбиваю по строкам. Для того, чтобы когда их разъединить, это останется отдельными элементами. Это нам, собственно, не надо. Давайте подберем какой-нибудь шрифтик. Допустим, вот мне нравится вот такой. Антон и Дарья. Затем мы давайте приведем его в размер. 15 сантиметров. Выделяем два объекта и следим слева сверху за размерами. Соответственно, делаем примерно такого размера. Вот так вот будет все это дело располагаться. Нарисуем потом еще сердечки, буковки, чтобы все это дело склеить, чтобы ничего у нас не висело. Далее, что мы делаем с текстом? Разъединяем его. Сочетание клавиши Ctrl-K. И это разъединяем для того, чтобы каждая буква была отдельным. Теперь можем ее подвигать. Здесь все в порядке. Подвинем немножко здесь. И немножко вот здесь. Чтобы сразу все буковки подвинуть, можно взять инструмент форма. И пока текст, еще текст, вот такая штука происходит. Изменяется межбуквенный интервал, и это дело красиво приклеивается. Оставим примерно так. Вот теперь мы это дело разъединяем. И выделив весь текст, сейчас покажу. Вот, преобразовать в кривую. Преобразовываем в кривую сочетание Ctrl-Q. Для того, чтобы текст стал не текстом, а объектом, который можно двигать, изменять и т.д. Объединяем слово в один объект. Вот это соединение делается просто. Мы берем вот за эти узелки и вот так вот тянем. Еще раз. Объединяем. Вот такие моменты. Просто узелки удаляются. Раз, раз. Все готово. Далее приступим к следующему слову. Делаем то же самое. Берем за узелки. Это инструмент форма. Горячая клавиша F10. Доброго вечера.
Так. Все. С остальные буковки все в порядке. Выделяем все вместе. Если нажать клавишу Alt, достаточно выделением только коснуться этого объекта, и он уже будет выделен. То есть нам не нужно ловить все слово. Достаточно сделать вот такое выделение. Все буквы выделены. Объединяем. Опять же, получившийся мусор на стыках просто удаляем. Все, с Дашей разобрались. Делаю небольшой зазор, потому что буквам еще будет задаваться контур, и они прекрасно склеятся. Так, разберемся с циферками. Этот хвостик можно продлить, и он склеит нам с ноликом. Так, здесь отлично. Если зажать клавишу Ctrl и тянуть, то, соответственно, у нас будет тянуться либо по горизонтали, либо по вертикали без смещения. То есть я зажимаю Ctrl и притягиваю примерно вот на такое расстояние. Все, выделяем и объединяем в один объект. Выделяем все наши элементы и панель «Выровнять, распределить» – очень полезная штука. Мы центрируем. Либо можно использовать горячую клавишу C. Наши элементы стали по центру для симметрии. Но, возможно, это не лучший вариант. Мы вот это сгруппируем, а циферки отцентруем относительно этого центра. Затем нам нужно этим буквам задать контур для прочности, чтобы топер не развалился, потому что вот этот хвостик у нас всего лишь 1 миллиметр. Давайте хотя бы еще 0,5 миллиметров добавим наружный контур. Черный цвет. Вот такой Антон. Можно даже больше. Может 1 миллиметр. Нет, 1 уже будет лишнее. А вот 0,7. Мне кажется, будет само то. Ctrl-K разъединяем, чтобы наш контур отклеился от первого объекта. И объединяем все вместе. Теперь это у нас единый объект. Вот с таким широким контуром. Повторяем то же самое с Дарьей. Задаем тот же контур. Вот он виден. Разъединяем контур К. И объединяем. Получается вот такой объект. С циферками. С циферками, возможно, да, можно чуть-чуть меньше. Сделаем 0,5. То так цифры будут более читабельны. И при этом они уже сами автоматически склеились. Едва соприкоснувшись. Окей. Ctrl-K. Объединить. Вот в таких вот местах я рисую кружочек около 2 мм размером. Просто для прочности. Чтобы ничего не болталось особенно. Так, готово. А здесь у нас можно буквочку R продлить. Инструмент форма. Берем за узелки и тянем. Ну, достаточно, я думаю, вот так вот. Все, есть соприкосновение.
Буковка уже подперта и никуда она не отвалится. Нарисуем сердечки. Стандартная форма. Основная фигура — сердце. Вот такое вот сердечко. Давайте приклеим под буквы, чтобы они не отвалились. Вот таким вот образом мы его расположим. Вырежем, сделаем контур. Если сделать сердцу контур внутрь, например, 3 мм, будет не очень красиво, даже если вот так сделать. Поэтому его немножко уменьшаем и делаем наружный контур. Вот так вот будет выглядеть посимпатичней. Теперь, если разъединить контур сердца и исключить один элемент из-за другого, мы получим вот такую вот фигурку. Хвостик буквочки Я можно, например, тоже сюда дотянуть. Ну, вполне. Нет, так будет лучше. Оставим. Я думаю, что не отломается. Сердечко сделали одно. Давайте сделаем еще одно сердечко. Которое вот это дело скрепит. И вот в этом месте. Ну, я думаю, вполне подойдет. Можно еще одно сердечко добавить. С контуром. Вот примерно таким вот образом. Получается вот такой топер. Осталось этому топеру нарисовать ножку. Как я рисую ножку? Рисуется прямоугольник толщиной, точнее шириной 5 мм и высотой пускай 120. Маловато. Маловато. Чуть-чуть длиннее давайте сделаем. Вот, 150. Отлично. И даем небольшое скругление 2 мм. Преобразовываем в кривую. И тянем вот за эти узелочки. Все, ножка у нас заострилась. Это дело можно вот тут приклеить. Так, черный цвет. Но будет не очень прочно. Поэтому скрепим сердечками здесь и чуть побольше вот здесь. Вот такой получается свадебный топер. Как видите, насколько заранее люди планируют данное мероприятие. Аж на 14 сентября топер заказан. Готово. Так как объекты у нас все еще отдельные, я делаю копию. Ну, мало ли мне вдруг что-нибудь поменять придется. Или похожий топер сделать. А этот топер мы, соответственно, объединяем все в один объект,
чтобы получился единый контур. Но остались вот такие всякие острые моменты. Вот тут, в этом месте. Давайте их скруглим. Есть такой отличный инструмент. Скругление выемка фаска. И вот этим инструментом, изменяя радиус, мы скругляем уголочки. Вот 0,4, думаю, будет отлично. Применить. Вот он даже еще вот так хочет сделать. Но, я думаю, уже больше не стоит. Вот это можно удалить. Просто инструментом форма весь лишний мелкий мусор, который вы заметите, можно удалить. Вот здесь можно нарисовать кружочек. Это дело склеить. И ничего не будет болтаться. Ну вот, топер готов. Можно его отправлять нарезку на станок. 15 сантиметров. 15 сантиметров. Как-то все молчат. Задавайте вопросы. Может, я быстро, может, медленно рассказываю. Ну что ж, давайте рисовать дальше. Изменим обложку. Вот есть такой готовый макет под обложку. Нам нужно изменить размер и вставить новые буковки, новые слова. Опять же, текстовый блок, я его разъединяю, чтобы каждый элемент был отдельно. Слово «дата» нам не нужна, нам нужна только сама цифра. Окей. Вот здесь у нас шрифт. Мы, соответственно, пишем здесь буквочку «П». Это не русский. А здесь буквочку «Е». Все отлично. Ну, я рад, что все отлично. Надеюсь, понятно все объясняю. Вроде ничего сильно сложного. Это все удаляем. Это удаляем. Здесь, соответственно, делаем то же самое. Шрифтик у нас Шелли Валанте, или как он там правильно называется. Отлично сюда подходит. Оба-на, смотрите, спрятались наши буквы под обложкой. Как нам их вернуть наверх? Сочетание Ctrl-Home. И наши буквы вернулись наверх слоя и стали видны. Дата свадьбы сюда. Павел и Екатерина. Ну вот хвостики такие мне не нравятся. В шрифт мы разъединим. И подвинем. То же самое проделаем с Екатериной. Это будет гравироваться. Поэтому не обязательно все объединять. Все. Отверстие под кольца. Ну, собственно, такой размер. Кольца большие, сейчас я померяю. Так, давайте померим. Отвлекся я, простите, на сообщение. Опс. Вот наше колечко. Оно 3 мм, по-моему, 6 мм оно диаметром. И на расстоянии 2 сантиметра. Если взять большие кольца, 3-сантиметровые, я думаю, что вполне нормально. Ну, такой размер был у заказчика. Собственно, я ему и делал. И давайте сделаем, не забыть, сделать размер правильный. 22 на 22 сантиметра. Соответственно, мы все это дело выделяем. И меняем его размер. 220
Миллиметров. Ах, а кольца? А кольца нужно оставить те же самые. Что мы делаю? Очень люблю пользоваться инструментом интеллектуальная заливка. Для того, чтобы сделать копию того, что у меня есть. Раз. И смещаем наше отверстие. Отсюда мы можем их удалить. Инструмент форма. И делаем 220 миллиметров. И возвращаем наши кольца отдельно. Мы их сгруппируем, отцентрируем по центру относительно обложки клавиша E, и разместим вот так вот с краю. Как нам их подвинуть на 2 сантиметра? Можно, например, вот таким способом. Сделать преобразование в правую сторону, нажать 20 миллиметров и 0 копий. Применить. Вот оно подвинулось. Но я думаю, для такой маленькой обложки можно сдвинуть обратно на 5 миллиметров в сторону. Вот так. Все. Исключаем наши вот эти штуки из обложки. И получается отверстие. Для обложки нам нужно еще сделать задник. И для этого я вот эту заднюю штуку копирую, разъединяю. Получается, что, как правило, дырки все уходят на задний слой, а основная часть остается спереди. Я ее сочетание клавиш Ctrl-End отправляю на задний слой. Появляются вновь наши сердечки. Все лишнее просто удаляю и оставляю только отверстия на том же самом месте. И опять же исключаем. Получается задняя стенка обложки блокнота. Последняя проверочка. О, Павел не склеился. Ох ты, бедный Павел. Выделяем буковки. Ctrl-D. У меня это назначенное сочетание Ctrl-D. У вас такого нету. И Екатерина тоже. Объединяем все буквы вместе, выделяем и объединяем. На панельке, если преобразовать в кривые, вот есть этот, собственно, инструмент объединения. Я его назначил на Ctrl-D. Мне так удобней левой рукой нажимать. Так, тут все правильно. Так, 7, 0, 6, 19. Все верно. Чуть-чуть подвинем. Красота. Я думаю, готово. Все. Данную обложку тоже можно отправлять на резку. Как вы видите, я сразу делаю цвета. У меня в программе LaserCAD. У многих эта программа RDWorks. По цветам очень легко делать под разные типы материалов. Например, красный у меня фанера 5 мм, зеленый фанера 3 мм. Ну, а черный цвет это гравировка. Поэтому, закинув этот файл в программу, у меня уже все настройки практически в 99% устанавливаются сразу же. И можно просто жать кнопочку «Старт». Так, давайте нарисуем медальки. Нужно нам на группу детского сада нарисовать медальки. Вот с таким вот чудо-медвежонком. Картинка немножко кривоватая, но я думаю, ничего страшного. Давайте сразу же медвежонка отрисуем. Как говорится, начнем с самого интересного. Поворачиваем нашу картинку, чтобы он ровненько сидел. Инструментом трансформация, так как у нас медведик уже был искаженный, мы приводим его в какой-то вменяемый вид. Можно чуть-чуть сплюснуть, где-то может подрастянуть или чуть-чуть исказить. Ну вот, наверное, медведик стал ровным. Теперь его можно отрисовывать.
Блокируем правой кнопочкой, блокируем объект для того, чтобы картинка не сдвигалась, когда мы будем поверху рисовать. То есть теперь можно кликать, тут двигать. Это как фон практически. Я люблю отрисовывать инструментом B-Spline. Вот он называется B-Spline. Вот тут находится. У меня настроена горячая клавиша F5. Вот, нажимаю F5, включается инструмент. И просто аккуратненько, следуя по контуру, мы отрисовываем нашего Тедди-медвежонка. Если случайно куда-то там нажали, ничего страшного, клавиша Backspace удаляет последний узелок. И можно всегда внести правочку на ходу. Тык, тык, тык. Готово. Наш медведик. Мы его обвели вокруг пальца. Теперь нам нужно нарисовать то, что у нас внутри. Для этого тот же инструмент B-Spline. Ну вот тут немножко кривовато, я сразу вижу. F10. И редактируем. Лишние узелочки просто удаляем и делаем ровненькую округлую линию. Так, раз, раз, раз. Вот, все вроде good. Начинаем обводить внутренние части. Тот же инструмент B-Spline. Раз. Тоже можно сразу же подправить. Кому как нравится. Кто-то рисует все сразу, потом правит. Можно править сразу же на месте. Нарисовали заплаточку. Шов. Ну и повторяем все контуры для того, чтобы лазер нарисовал, собственно, это все на медальке. Нормальный нос. Так, ну вот такая вот не очень веселая работка. Просто сидишь и кликаешь инструментом и обрисовываешь. А вы музыку слушаете? Я вам включил музыку. Я не включил музыку, и никто ничего не пишет. Вот здесь немножко кривовато.
Похоже на какую-то бактерию, такую волосатую. Так, лапка готова. Тут все нарисовали. Глазки остались. Так, надо добавить стежки вот тут вот для красоты. И, наверное, вот здесь парочку. Такой бывалый медведь. Ну и на лбу обязательно. Что ж, медведик готов. Картинку можно удалить. Я люблю удалять растровые картинки. Они утяжеляют очень векторный файл. И на венике все это скапливается. И безумно много весит. Так, медалька. Медалька круглая. Примерно 80 миллиметров диаметром. Так, вот что происходит? Всегда рисуется черный цвет. Я рисую какую-нибудь фигуру, и рисуется черный цвет. Как сделать по умолчанию, то мы выбираем, не выбираем никакой объект, точнее, снимаем выделение и нажимаем правой кнопочкой. Например, мне нужен черный контур и прозрачная внутренняя часть. И теперь все инструменты вновь по умолчанию становятся таким вот цветом. То есть мы снимаем выделение, кликаем, например, красный контур и серая заливочка. Опа. Вот мне нужно, чтобы было, например, зелененькое и прозрачное. Все. Рисуем дальше. Привет. У медведя зад кривой. Это не зад, это, наверное, перед. Но мы подправим, да, мы подправим. Вот тут как-то криво. Зад, зад. Ну, в принципе, да, сидит на заду, наверное, зад. Ну, отлично, я думаю. Может быть, дорисовать вот здесь такую вот штуку. И здесь такую штуку. Я думаю, что будет лучше, наверное. Как вы считаете? Так. Вот так их разукрасим. Сгруппируем сразу же все это дело в один общий блок. Сочетание клавиш Ctrl-G, английская, групп, чтобы тягать вместе и никуда оно не смещалось. Так, медалька. Вернемся к медальке. 8 сантиметров. Будет вешаться на ленточку. Для ленточки шириной 10 миллиметров мы так и нарисуем. 10 миллиметров. Прямоугольник. Достаточно даже полтора, наверное, миллиметра высотой. 10. Ну, сделаем 2. И скругляем углы. Вот получился такой прямоугольничек. Выделяем этот объект. Зажимаем клавишу Shift. Выделяем кружок. T топ. И C центр. И наш объект по верху и по центру круга выровнялся. И смещаем его
так как мы знаем, вот он примерно 2 миллиметра он высотой, соответственно, на глаз можно сместить чуть-чуть на больше, например, вот миллиметр на 3, на 4 вниз. Исключаем одно из другого и получаем вот такую шайбу. Детский сад. Нам нужно добавить текст. Посадим сюда медведика. Ну и давайте, чтобы медалька была не скучная, мы сделаем ее не совсем круглой формы, а с торчащей лапкой. То есть нам что нужно? Нам нужно на медальке сделать вот такой вот контур, а вот эту часть нам нужно сделать приклеенной. Делается элементарно. Внешний контур на дополнительной клавиатуре. Если у кого нормальная расширенная клавиатура, ну в смысле не расширенная, а обычная клавиатура, на дополнительном нажимаем плюсик, и наш объект сдублировался. Вот, мы его приклеиваем, выделяем его и кружок, приклеиваем, и у нас образовался вот такой контур. А вот из этой штуки нам нужно отрезать вот эту вот часть. Так как мы рисовали бесплайном, и она все еще в бесплайне, нам нужно это дело преобразовать кривую. Ctrl-Q. Преобразовали. И теперь просто здесь узел разъединяем и все лишнее удаляем. Все. У нас линия будет от сих и до сих. Черного цвета. Потому что будет рисоваться. Покажу небольшую хитрость. Например, вот сделал я медведика, и эта линия, и эта. А мне хочется вернуть, нужен прежний контур. Ну, здесь-то просто, в принципе, можно заново все объединить. Но если что-то вы много сделали, что-то много изменений, как это все вернуть? Мы это дело копируем в буфер обмена. Обычный, стандартный. Сочетание клавиши Ctrl-C. Я думаю, все прекрасно должны знать это. Копируем. Немножко тормозит у меня Corel, когда копирует. И далее мы отменяем наши действия. Вот отменяем до тех пор, вот мне хочется, чтобы медведик мой был вот такой маленький, например. Вот этот размер мне нужен. Я его уношу. Вот это все дело удаляю. И то, что мы скопировали, мы обратно вставляем. И вот наш вернулся наш измененный объект. И тот объект, который мы хотим вернуть. Да, школоту попросили поподробнее объяснять, потому что смотрят много начинающих. Я думаю, что мало ли я какую-нибудь штуку расскажу, и кто-нибудь тоже захочет порисовать. Вот такая вот медалька, медведик. И напишем. Детский сад 55, группа номер 8. Опять же, текстовый блок Ctrl-K разъединяем. Детский сад номер 55. Восьмая группа. Вот так мы напишем. Оп, стоп, нам же на этой медальке имя нужно написать. Медведь у нас большой. Ну что ж, вот нам и пригодился, например, этот медведик. Рисуем опять же медальку. 80. Вот такой контур, собственно, нарисовали. И наш медведик. Давайте сразу поставим какую-нибудь фамилию. Шрифтик, шрифтик, шрифтик. Что-нибудь. Возможно, такой.
Вот так вот расположим фамилию медведика. Вот сюда посадим. А эту надпись сделаем вот так. Так, готово. Отлично, я думаю, будет медалька. А, опять же, наш контур мы дублируем. Объединяем один контур с кругом, чтобы получить вот такой объект. А вот эту штуку... давайте я вам покажу другой способ, как нарисовать то, что у нас внутри. То есть вот наш круг, и нам нужно из этого контура, контура медведика, а на испанском. Если громко, вы говорите, это музыка на самом деле, там просто канал включен KXP. Да, и там обсуждают на испанском. Самое длинное имя. Но я его просто потом уменьшу, если вдруг, Так, Кучеренко, Adventure 33. Adventure 33. Загоровский. Ну вот, самая длинная штука влазит. Можно чуть-чуть взять это дело, наклонить, возможно. Да, господа, я, к сожалению, не дизайнер. Господа и дамы меня все, наверное, же смотрят, конечно же. Если какие-то ужасные сочетания шрифтов, вы говорите, пишите, потому что у меня, к сожалению... Нету никакого дизайнерского такого чутья на шрифты и всякие такие плюшки. Но, думаю, вполне симпатично. Итак. Отвлекся я от контура, да. Как нам сделать линию, которая внутри? Это у нас, собственно, объект, который образуется на пересечении. То есть мы просто используем инструмент пересечения. Вот оно, пересечение, и у нас нарисовался вот такой вот мишка. И в этом месте, где он на круг замыкается, мы правой кнопочкой кликаем «Разъединить», и вот это дело все удаляем. Все, у нас осталась линия, которая нарисует медведика внутри. Ну а эту штуку мы с кругом объединяем. Вот наша медалька. Вот такая. И вот так вот это будет дело нарисовано. Ну, как-то скучно, наверное. Скучно. Не нравится мне эта медалька. Давайте сюда нарисуем еще, может быть... Колокольчик. Колокольчик. А, колокол. Или колокол. Колокол, наверное. Силуэт. Силуэт. Пробелы? Какие пробелы? Вот. Нарисуем вот такой вот колокольчик. И вырежем его. Берем просто картинку, копируем. В данном случае можно ее, конечно, трассернуть. Она очень хорошо оттрассируется. Подробный логотип. Не сокращать. Ну, сейчас растянем, попробуем. Колокол, отлично. Вот получился у нас вектор.
Тут у нас много мусора после трассировки. Мы его удалим. И уменьшим. Так, детский сад. Детский сад, да. Хорошо, детский сад. Детский. А. Не так. Ой. Детский сад. Номер 55. Восьмая. Группа. 8. По контуру вот так пустить, да? По кругу. Ну, давайте. Как сделать надпись по кругу? Опять же, рисуем. Так как у нас это уже не круг, надпись, он может быть как угодно пойти. Мы нарисуем тот же кружочек. 80 миллиметров. Здесь его расположим. А этот текст... Выделяем текст и выделяем окружность. И в меню текст нажимаем текст вдоль пути. Опа. И буковки волшебным образом переместились наверх. Вот так. Или развернуть. Наверное, вот так. Привет. Привет. Всем здорово. Если попробовать не так сделать, в два ряда, то есть сделать один текст будет детский сад номер 55, а второй ряд будет группа. Вот. Ну и опять же, этот текст, текст вдоль пути. Раз, раз. И этот текст. Текст, текст вдоль пути. Чик. Раз, раз. Наоборот, да, надо группу приподнять, наверное. Детский сад. Опустить. Сделаем чуть больше расстояния. Инструмент форма работает при искривлении весьма криво. Показываю. Я растягиваю, ничего не происходит. Но когда я отпускаю, текст чудесным образом растягивается. Очень много. Вторая попытка. Чуть-чуть потянули. Но приемлемо. Раз. И группа. То же самое. Давайте немножко, может, растянем. Инструмент форма. Чуть-чуть потянули. Вот так. Но вот тут вот просится, наверное, вырезать колокольчик. Ушко можно отрезать. Это дело удаляем. Это дело тоже вот так удаляем. И спрямляем линию вот так. Можно тоже удалить. Все. Ага, что это у нас? Это у нас был круг.
Разъединяем текстовый, чтобы текст у нас отклеился от круга. Круг лишний удаляем. Это у нас фон. А это мы... Нет, не нравится мне колокольчик без этой пипки. Надо все дело вернуть. Сделать вот так. О, красота. Все. Разъединяем наш текст, удаляем внешний круг и исключаем, исключаем это из этого. Здесь будет вырезана штука. И здесь будет эта штука нарисована. Медведик. Готово. Бантик на ушко повесить. Да, а если это мальчику попадется, было бы круто, но если мальчику... Или бантик на ушко колокольчику. Давайте нарисуем бантик колокольчику. Да, я так понял. Открываем наш всемогущий Google. Бантик силуэт. Силуэт. Я колокольчик. Да, я уже так понял. Вот, отличный бантик. Мы его копируем. Переходим в Corel. Вот. Можно его оттрассировать. Как вот такую муть оттрассировать? Элементарно. Мы проводим растровое изображение в режим черно-белый 1 бит. Делаем ОК. И избавляемся вот от этого шума вот таким образом. Окей, все, картинка черная и белая. И теперь отлично и быстро оттрассируется. Бантик готов. Бантик забираем, а весь мусор лишний удаляем. Попробуем его сюда приклеить. Ну, такой бантик, наверное, колокольчик. Давайте тогда нарисуем. Да, дырка здесь будет, видимо, смотреться. Просад попробуй весь капстом. Там место. Ага, и после номера пробел. А, после номера пробел. После номера пробел. И все это капсом. Детский сад. Вот еще такая штука. Текст мы отсоединили от внешнего контура. И если я сейчас начну изменять текст... Произойдет чудо, где... Вот, да, вот, смотрите, я пишу текст. Пишет он его чудесным образом непонятно где. Вот, это такой вот объект получился. Посему придется проделать все заново. Но ничего страшного. Давайте вернемся к колокольчику. Давайте мы его нарисуем. Не будем мы его вырезать. То есть будет вот такой вот бантик и колокольчик. Нам нужно что? Нарисовать вот эту часть. То есть эта часть на пересечении. Объединяем с колокольчиком. Вот. А из полученной части на пересечении мы, разъединив, отрезаем края. И получаем вот такой вот рисунок. Отлично. Я думаю... Будет самое то. Итак, текст. Снова. Нам нужно нарисовать опорный круг 80 миллиметров. Разместить его по центру. Горячие клавиши CE. То есть быстренько вот так выделяем один объект, второй. CE. Все центрировалось, выровнялось. И пишем по нему текст. Если вот так вот попасть, вот так вот попасть, он будет писаться сразу по кривой. Группа. Группа 8.
А текст, вот шрифтик вот такой. А размер, наверное, поменьше. 20, 18, возможно. Давайте 20. А, пам, пам, развернули. А, текст, как обычно, слипся. Инструмент форма. Подвинем. Ой, много. Вот так. Достаточно. И нарисуем, напишем еще один текст. Детский сад номер 55. Шрифт такой. Размер 20. Вот сюда и вот сюда. И чуть-чуть растянем. Такой чудесный инструмент. Фамилию придется мельче. Давайте детский сад лучше сделаем мельче. Шрифтик сделаем 16. 16. А, нет, 166. 16. И слово группа тоже 16 шрифт. Пожалуй, будет вот так. Фамилию можно, наверное, чуть выше поднять. Колокольчик может побольше. Все, опорный круг опять же разъединяем и удаляем. Готово. Ну, это готова одна медалька. Осталось на такие же медальки разбросать. Какое здесь количество? Выделяем штуки и смотрим. У нас выделено 18 объектов. То есть нам нужно сделать 18 медалек. Для Максима уже есть. Поэтому всего 18 штук. Еще 17 штук нарисовать. Делаем копию одну. И удаляем с нее фамилию. Теперь нам нужно ее размножить. Делаем еще одну копию. И вниз. Три на пять — 15. И еще три штуки — 18. Вот 18 медалек. Смотрим, что у нас тут. А, это уже не шрифт, это уже кривая, но не страшно. Шрифтик у нас был Adventure. И делаем примерно такого же размера, как текст на медальке. Все, теперь мы что делаем? Выделяем текст, нажимаем на медальку и клавишами CE. Ага, опять спрятался. Давайте весь текст мы выделим и переместим на передний план. Так, чтобы он, когда размещался, он был поверх медалей. Так, текст CE по центру, то есть по вертикали, по горизонтали мы равняем. И раскидываем вот таким образом.
имена. Так, а Загоровский у нас есть? Где-то он тут у нас. Максим, вот он, этот лишний. А сюда вот эта штука. Все, осталось в это пустое место разместить нам этот текст. Разъединяем. Крупновато. Все будет, наверное, крупновато. Не люблю я пользоваться диспетчером объектов, но, естественно, это вполне удобно. Вот диспетчер объектов, вызывается окна настройки. И здесь можно найти наш фигурный текст. Вот эти все объекты. И разово все это выделить. И давайте уменьшим сразу на 14. 14. А что так мало? А, это лишний текст, еще выделился вот этот вот текст. Вот, Adventure 31. А, соответственно, нам нужно немножко уменьшить. Где-то... Какой тут у нас? А, тут 31, а тут 44. Вот он. Тридцать один. Все, одновременно сделали все меньше. И продолжаем располагать фамилию, имя. Разъединяем слова по отдельности и размещаем на глаз. Так. А, вот сделаю вот. Так. Пока я тут делаю однотипные действия. Назаров Егор. Нет, сделаем одинаково уже все. Да нет, все просто. Вот просто надо повторить эту штуку все несколько раз по количеству. Членов коллектива детского сада номер 55. Так, готово. Теперь, собственно, это все дело можно запускать на резку. Единственное, что, конечно, для станка I wanna make you drive all night just because I said.
Я уберу заливку, чтобы медальки были просто зеленым контуром. Все. Вот таким вот образом можно отправлять задание на станок. Так, медальки готовы. Все готово. Осталось для самых стойких. Сколько стрим идет? Сколько стрим идет? Уже час идет стрим. Обложка готова, медальки готовы. Ключница. Поступил у меня заказ. Вот по такому эскизу нарисовать ключницу. Здесь должны две открывающиеся дверки быть. И здесь полочка за вот таким вот заборчиком. Для всякой мелочевочки. Узор для дверок вот такой вот. Что мы будем делать? Мы будем все это дело рисовать. Конечно же, не все. Вот такой вот узор мы просто скачаем. Есть у нас группа отличная. Повернуть имена, как на первой медальке. Да, давайте вернемся. Вернемся к медалькам. Так, повернуть. Окей, как сделать одинаковое действие быстро? Мы делаем вот так, поворачиваем. И у нас поворот получается, ну вот, на 9 градусов. Далее мы выделяем следующее слово и нажимаем волшебное сочетание Ctrl-R, Repeat. И повторяет поворот. То есть выделили. И с каждым объектом. И он повторит поворот на тот же самый градус. Так, смотрим, чтобы ничего не было близко к краю после такого действия. Так. Все нормально, все нормально. Вот. Наверное, вот так. Да, очень большое вот подспорье. Вот подсказывайте мне, что-то я не так сделал, не доделал. Большое вам спасибо за это. Итак, будем рисовать ключницу. И узор для ворот мы возьмем в группе Laser M51 в фотоальбоме. Есть альбом свадебных всяких штук. И здесь я видел точно такие ворота. Скачиваем. Вот наш файлик открывается. Файлик открывается. Вот. И наши ворота. Ворота. Какие это у нас ворота? Вот с таким узором. Вот он. Давайте посмотрим, какой у нас тут вектор. Ну, в принципе, более-менее хорошего качества. Можно, конечно, подправить узелочки. Ой. Если все лишнее поудалять, этим мы займемся, видимо, чуть позже, можно сделать из этой картинки плавный рисунок, чтобы не было вот таких вот узлов, изгибов. Эта картинка явно, наверное, трассировалась откуда-то. Поменяем ее немножко, но немножко попозже. Скопируем наш объект, наши ворота. И перенесем их в файл.
Если кто подскажет, как решить проблему с тормозом Corel'а при копировании и сохранении, буду очень признателен. Итак, вставляем вектор ворот. К нему мы вернемся чуть попозже. Почему? Потому что у нас пока неизвестно ни размеры, ни пропорции дверей. Мы сначала их нарисуем как прямоугольник, и потом будем туда уже вклинивать этот рисунок. Итак, ключница. Из чего у нас будет состоять ключница? Коробочка для ключей с крючочками, полочка с заборчиком и вот такая вот резная крыша, которую мы возьмем, наверное, вот из этой части узора. Это у нас будет на крышу, а вот это пойдет у нас на дверь. Я думаю, будет превосходно. Давайте нарисуем. Естественно, нам нужно определиться с размерами. Я так полагаю, что сантиметров 20 будет вот эта коробочка. И сантиметров 25, даже, наверное, 15 коробочка будет. Сейчас нарисуем, посмотрим. 150 миллиметров. И высотой на 20. Думаю, будет достаточно. И заборчик. Соответственно, рисуем пропорционально длиной, пусть 30. И высотой будет он вот такой вот. Соответственно, 50. Вот это будет коробка. Это будет заборчик. И дерево. Семья Червяковских. Отлично. Давайте нарисуем заборчик. Начнем с самого простого. Рисуем забор. Закругляем. Нет, некрасиво. Остро скруглим. Вот такой вот заборчик будет. Можно повыше приподнять. Я думаю, что будет вот так. И нарисуем из этого прямоугольника вот такую перекладину вот здесь и вот здесь. А этот прямоугольник плавно перемещается на дно и сразу делаем размером его под толщину фанеры. А будет у нас 5 миллиметров. Вот это у нас будет низ полочки. Как быстренько разместить фанерки? Мы берем инструмент преобразования. 7 – это размер нашего элемента. Напишем 10 миллиметров. И копий 30. Опа. Слишком частый забор. Отменить. Значит, будет 20 копий и 13 миллиметров. Опять частый. Давайте 15 миллиметров. О, будет, я думаю, отлично. Можно даже теперь сделать вот так. Раз. И вот так. То есть я делаю по размеру, чтобы край очень хорошо стыковался и прочно держался.
Готово, все. Можно все эти элементы объединить. Вот получился вот такой забор. Этот забор нам нужно как-то воткнуть в наше дно, поэтому давайте нарисуем дно, копируем длину нашей линии, и ширина полки будет где-то сантиметров 6. Вот так вот полка выглядит сверху. Вот это с торца, а это она же, но выглядит сверху. Если тягать элементы зажатой клавишей Ctrl, соответственно, они не будут смещаться и будут располагаться ровненько одна над одной. Поэтому мы рисуем шип, который от забора проткнет наше дно вот в этом месте. Раз. И вот в этом месте. И вот в этом месте. И вот в этом месте. Даже, наверное, чаще можно сделать. Вот здесь. И вот здесь. Выделяем все шипы. И перемещаем их, опять же, с зажатой клавишей Ctrl. Перемещаем их на вид сверху. И расположим этот заборчик не совсем по краю, а так, чтобы он воткнулся вот примерно на таком расстоянии. Здесь он будет сверху. Так, чтобы его увидеть, мы возьмем вот это расстояние 292 мм и нарисуем точно такой прямоугольник. Вот эти 292 мм. Мы копируем это и вставляем сюда. Точный размер. И 5 миллиметров высота. Центрируем. И вот объект центрируем сюда. То есть это вид сверху нашего заборчика. Вот так. Соответственно, вот здесь у нас уже образовывается размер коробки, которая будет за ажурной дверкой. Поэтому давайте мы ее нарисуем. Итак, вид сверху. Фанерка у нас толщиной 5 миллиметров. Она будет от сих и до сих. И, соответственно, задняя стенка. Вот такая вот. То есть у нас определился размер задней стенки. Давайте теперь мы нарисуем коробку. Коробка, высота коробки 200 миллиметров. Ну, давайте отнимем две высоты. То есть, нет, одну высоту. 195. 195 миллиметров. Это у нас задняя стеночка. Это у нас боковая стенка. Длина ее 60 миллиметров. То есть по высоте мы делаем 60 миллиметров. С одной и с другой стороны. Нарисуем теперь верхушка. Будет те же 60 миллиметров. А дно у нас уже будет общее вместе с полкой. Поэтому будем рисовать шипы. Опять же, толщина фанеры 5 миллиметров. Как ровно рассчитать размер шипа, чтобы
все шипики у нас были одинаковые, как эти, так и ответные. Я делаю это математическим способом. Рисую прямоугольник длиной от края до края и в строке размер просто делю, например, на 9, на любое нечетное число. Вот у нас получился вот такой шипик. Отлично. Почему на 9? Чтобы у нас было нечетное количество шипов с одной стороны и четное количество с другой стороны. Вот я, можно сказать, случайным образом, то есть один с самого лева, один с самого права набросал шипов, используя функцию выровнять, распределить, а мы выравниваем по горизонтали. Все шипы выровнялись. И стало красиво. Чтобы сделать ответную часть, мы перемещаем шипы туда. И будьте внимательны, так как шипы одинакового размера, мы просто их смещаем в сторону. Все, ответные шипы готовы. Если рисовать это, чтобы они были разного размера, такой фокус не прокатит. Повторяем. Растягиваем на всю высоту. На этой длине мы сделаем, например, 15 шипов. Ой. То есть в этой строке мы пишем разделить на 15. Маловато. Да, давайте, чтобы такого же размера сделаем, попробуем разделить на 13. О, практически одинаково. Красота. Соответственно, нам нужно сделать здесь 7 штук. 3, 6, 7. И выровнять их ровненько. Оп. А 6 штук переместить на противоположную сторону. Вот таким вот образом. Также у нас стыкуется вот эта часть. То есть вот так вот она будет. Сюда. Чик-чик-чик. Соответственно, нужно нарисовать здесь то же самое. Рисуем. Делим на 5. Для маленькой поверхности будет чуть меньше шип. Хорошо. Здесь будет 3. Ну, а там будет 2. Ну, и дублируем все это дело на противоположную сторону. Здесь. Здесь. И вот здесь. И вот смотрите, какая штука. Вот на этом месте образуется вот такой пустой квадратик, который нужно заполнить. Поэтому я вот этот шип просто растягиваю сюда и сюда. И теперь все это дело дублирую на противоположную сторону. Все, другая дверка у нас симметричная, поэтому рисовать ее пока даже не стоит. Просто мы ее потом отзеркалим. Вот, шкафчик готов. Ага. Шкафчик был бы готов, если бы дно у нас было такое же. Но дно у нас не такое. Оно будет тыкаться вот в эту поверхность. Поэтому мы эти шипы удаляем и поставим вот эти. И их же мы давайте скопируем вот на это место. То есть вот у нас была вот эта полочка, это вид сверху нашей задней стенки. И он воткнется в это место, и здесь вырежутся вот такие вот пазы под нее. Пазы будем вырезать чуть попозже. Так. То же самое проделаем с боковой стенкой. Давайте возьмем вот эти два шипа, сгруппируем их, отцентрируем относительно нашей плашки. Вот тут вот это будет штука. И точно так же сдублируем их
на вот эту поверхность. То же самое я выделяю, центрирую, и здесь получается, что будет все совпадать. Вот наши пазы вырежутся вот здесь. Соответственно, вот это воткнется туда, и вот это воткнется сюда. Так, давайте сделаем примыкание заборчика к стенке. То есть вот наш забор на этом виде подошел, и вот сюда втыкается в эту стенку. Он втыкается вот на этом расстоянии. То есть вот наш вид сверху. Вот, и вот в этом месте... Так, знаешь, заборчик почему-то... Сейчас проверим. Здесь все верно. Сместилась вот эта стенка почему-то. Ну, давайте проще подвинуть заборчик. Вот так вот возьмем. И передвинем его вплотную. Вместе со всеми пазами. Здесь и здесь. Все, проблема решена. Значит, в этом месте наш заборчик примыкает, и будет он примыкать, соответственно, вот здесь. Как нам этот размер перенести на вот эту вот дверь? То есть мы берем прямоугольник 1, 2 и поворачиваем вот так вот. Размещаем. Вот получается, что вот на этой линии по вертикали у нас это будет стоять. Теперь мы располагаться. Теперь нужно нарисовать в этом месте. Так. Так будет верно. То есть мы нарисуем шипик 5 на 5 миллиметров, допустим. Вот здесь и вот здесь. Точно так же я рисую опорный прямоугольник до низа фигуры. И все это дело переношу вот сюда. Перенес. Это можно удалить. А эти квадратики мы центрируем по центру клавиша C относительно вот этого. Все. Вот в этом месте воткнется... наш забор. Все лишнее можно сразу же поудалять. Так, готово. Что у нас готово? У нас готов верх. Две боковинки. Задняя часть. Нужно... Узорчик. Давайте начнем с узора, наверное. Берем вектор, заранее подготовленный. И рисуем крышу. Вот такого размера будет домик. Я нарисовал просто прямоугольник. И будем пробовать. Это у нас опорный будет прямоугольник. Он будет по центру примыкать, чтобы фигурка удобно располагалась. Ой, ой. Забор втыкается с другой стороны. Почему? А, с другой стороны, да. Вот так вот. И отзеркалим. Оп, забор теперь втыкается с правильной стороны. Спасибо, Алексей Анатольевич. Алексей Анатольевич. Вот внимательные зрители какие. Очень радует меня это.
Вот такая вот будет крыша. Вот. Теперь от этой крыши мы отрежем вот этим прямоугольником вот такой кусок. И этот кусок отзеркалим. Получится у нас симметричный рисунок, который мы затем объединяем. Смотрим, чтобы тут не появилось никакого мусора. В принципе, все нормально. Хлипковат. А что пропало? Нужно добавить хлипковат немножко контур, нужно добавить немножко толщины. Попробуем 1 миллиметр. Вот такой. Ой, много. Вот, будет попрочнее. Разъединяем, объединяем, чтобы это было единым контуром. И дадим небольшое скругление. Отлично. Вот такой мелкий мусор просто поудалять. Вот так вот, я думаю, он будет располагаться. А как же нам его закрепить? Закрепить? Давайте нарисуем двери. Вот из этого вектора. Итак, двери у нас будут две половинки. Подсказки пропали. Почему пропали подсказки? Вот, у нас будет две двери, две половинки. И сюда нужно вписать этот орнамент. Для прочности я оставлю контур снаружи немножко. Для этого вот этот прямоугольник дадим внутренний контур 2 миллиметра, так чтобы он пересек. Ой-ой-ой. Два мало, 3 миллиметра. Вот. Разъединим и исключим. И получим вот такой вот объект. И теперь этот объект нам нужно склеить с узором. Вот этот и вот этот. Склеиваем. Добавился внешний контур. Вот здесь можно просто удалить. Ластиком отрезаем. И вот эту часть удаляем наружную. Готово. Точно так же уберем мусор, который здесь, просто выделив все точки, очистив. И чуть-чуть подправить кривую, чтобы было не криво, а ровно. Вот таким вот образом. А каким же образом эта штука будет у нас открываться? Клавиши не подсказываются. Не показывается клавиша, а почему?
один, форма один. О, появились, все. Зависла программка, клавиши, вот клавиши есть. Вернулись. Вот такие будут двери и крышу, соответственно, можно сделать чуть-чуть пониже. Я бы сказал, даже, наверное, чуть-чуть поменьше. Итак, для того, чтобы приклеить этот узор, давайте нарисуем для него задник, который будет уже непосредственно вставляться в шипы, которые мы здесь тоже нарисуем. Отлично. Как сделать задник? Просто берем эту же фигуру, дублируем, разъединяем и тут же объединяем. У нас получается вот такая вот фигура. И давайте дадим ей контур 3 мм. То же самое. Разъединим, объединим. И получим вот такой вот объект. А давайте сделаем, чтобы он отрезался вот по этой линии. Соответственно, как это сделать? Можно нарисовать прямоугольник. И просто узелки его подвигать вот сюда, сюда и вот сюда. Ой, вот сюда. Так. Все, и этот объект исключить из внешнего контура. Раз. Все, обрезан. Будет вот такая красота. Теперь нам нужно нарисовать. Давайте эту крышу расположим на нашем виде спереди. Вот так вот она будет стоять. Соответственно, вот в этих местах нам нужно нарисовать. Это сместим в сторону, пока не нужно. Шипы. То есть вот в этом месте сделаем шип. И вот в этом месте можно сделать шип. Вот так. Раз. Симметрично. Следовательно, эти шипики нам нужно перенести на переднюю часть. Вот сюда. Вот сюда. И, соответственно, на верхнюю часть вот эти два шипа. Вот сюда. А вот эти элементы будут вырезаны из вот этого объекта. Вот так. Ну, а затем сверху приклеится уже просто декоративная накладочка. Опс, не туда. Да, что такое? Раз, это, и двигаем.
вниз. Все. Накладочка у нас есть. Передняя часть есть. Нужно нарисовать дверь, чтобы она вращалась. Тут механизм сделан простой, но здесь она открывается вверх. Для того, чтобы эта штука открывалась хорошо, нужно две петли снизу. Понятно, как сделать? По такому же принципу, как и здесь. То есть просто на такой обычной петле. А сверху... Поэтому... Так, поэтому давайте нарисуем две мощные петли, которые будут служить долго верой и правдой. Я нарисую ее быстро. Если кто-то захочет, может быть, расскажу поподробнее. Итак, что у нас есть? У нас есть боковая стенка. И вот на вот этом... И на вот этом месте мы сделаем петлю. То есть вот наша дверь. И вот здесь должна будет располагаться петля на этом месте. На железные петельки. Я буду все из дерева делать. У меня нету железных петелек. Итак, вот наша дверь. Вид сбоку. И ее же нужно нарисовать вид сверху. Ширина двери будет вот. Где у нас ширина двери? 73 845. Ну, здесь макет в принципе примерный, поэтому не очень критично. Итак, нам нужно нарисовать петлю. Петля вид сверху. Это у нас оська квадратная, наша фанерка. Для миниатюризации возьмем 3-миллиметровую фанерку, 3 миллиметра. Это шарнир, на котором все это дело вращается. Центрируем, не забываем. И, соответственно, шарниру нужно еще придать прочность 3 миллиметра для того, чтобы это дело не сломалось. Итак, все это дело будет вращаться вот тут вот. Поэтому нам нужно... нарисовать одну часть петли, вот такую вот, которая зайдет на боковую дверь. Инструментом интеллектуальная заливка отлично создаются объекты, вот такой вот объект. И одну часть нужно нарисовать, которая зайдет на дверку спереди. Ее нужно нарисовать поменьше размером. Вот примерно так. Лишнее удаляем. Вот будет одна часть петли, вторая часть петли. И все это будет дело вращаться на вот таком шарнире. Чтобы петелька держалась, нам, соответственно, нужно нарисовать ему шип. Делай раз. Делай два. То же самое повторим и здесь.
Вот, один элемент будет вот такой. Опс, не такой. Еще вот эту штуку. Так. Это и вот это. Опять не то выделил. Вот наши шипы, вот эта часть и кружочек. Все. Вот. Один шарнир будет вот такой, а второй шарнир будет вот такой. Опс. А второй шарнир будет вот такой. Все это дело объединится. Вот так. Вот, смотрите, какая бяка произошла. Оно объединилось и образовался мусор. Чтобы этого мусора не было, что можно сделать? Нужно дать одному элементу, в данном случае вот этому, я дам совсем маленький контур, одна десяточка. Одна десяточка. Делаем контур чуть-чуть больше. Теперь он смело заходит на круг, и теперь при объединении никакого мусора здесь не появится. Вот такая будет одна петля. То же самое сделаем здесь. Контур небольшой. И объединяем с кругом. Все лишнее удаляем. Подровняем чуть-чуть. Вот такая будет отличная петля. Ну и, соответственно, у нас таких петелек. Теперь нужно нарисовать вид сбоку. Вид сбоку — это просто у нас толщина фанерки. Расстояние я здесь брал примерное. Петелек будет 5 штук. Поэтому можно взять инструмент преобразования, нажать вверх и нажать еще 4 копии. Оп! Вот, расположилось 5 элементов. Отлично. Они будут, значит, вот здесь и вот здесь. То есть, соответственно, на этом расстоянии на боковой стенке у нас будут вот эти петли, а на передней стенке будут вот эти петли. Соответственно, вот эти вот шипы нам нужно перенести вот сюда, на вот это расстояние. То есть будет вот здесь располагаться отверстие, вот здесь отверстие и вот здесь отверстие. Ну, а передняя дверка. Нарисуем примерный вид передней двери. Ну вот он, да, вот до сих пор. Раз. И, соответственно, эти шипы будут, точнее, отверстия будут располагаться вот здесь и вот здесь. И точно так же возьмем вот эту штуку и продублируем вверх вот сюда. Вот и готово. Но у нас шарнир, как видите, задевает стенку. Вот эту стеночку нужно вырезать и заднюю стеночку нужно вырезать. Соответственно, нужно, нарисуем вот здесь опорный прямоугольник, вот так вот. И этот же прямоугольник, давайте квадратным его сделаем, 5 на 5. И его же расположим вот сюда, вот на таком уровне. То есть, соответственно, этот размер нам нужно перенести
на вот эту стену. То есть вырезать расстояние под шарнир вот здесь, на передней стенке такое, а на задней стенке вот такое. Соответственно, вот от сих и до сих. Дублируем вниз. Все, это дело можно взять и вырезать из стенки. А это вырежется потом из ажурной двери. Давайте сюда наложим эту ажурность. Так, вот она. И, соответственно, для нее нам нужно в этих местах сделать усиление. Это у нас вырежется, поэтому контур дадим 3 миллиметра здесь. И здесь этим шипам я вечно путаю, пазам, тоже делаем контур 3 миллиметра. Вот такая вот фигурка получилась. Вот эту фигурку давайте вот это удалим, чтобы было ровненько. Вот. Мы перенесем наверх и центрируем. Что нам с ней нужно сделать? Вот это не надо. Вот это не надо. Опс. А почему так происходит? Вот этот и вот этот объект минус вот этот. Вот, все. Вот такой вот объект нам нужно приклеить к ажуру. Вот. Чтобы здесь наши пазы располагались и завеса не висела в воздухе. А вот эти прямоугольники нам, соответственно, нужно вырезать из ажура. Ну и, соответственно, получаем... Ой, не из того я вырезал. Задник нам не нужен. Вот. Вырезаем отсюда. И готово. Вот наша дверь готова. Вот это будут внутренние пазы. Так, почему не так получилось? Потому что дверь у нас вот так располагается. Сейчас должно быть ровно. Аллилуйя! Все свершилось. Все ровно. Все размеры я просчитал правильно. Иногда такое бывает. Да, я так думаю, что новички уже все давно отключились, потому что, видимо, слишком путанно объясняюсь. Ну вот, наша дверь, наши завесы, боковая стенка, задняя, передняя, накладка, нижняя часть и заборчик. Так, вроде бы все, вроде бы все, но осталось только отрисовать само дерево. Само дерево, это несложно. Берем инструмент B-Spline и повторяем.
А, все тут? Я думал, все уснули. Потому что, если честно, сам я немножко запутался, потому что не готовился я к уроку, даже к какому уроку? К стриму. Поэтому все делаю на ходу, все думаю на ходу, собственно, как есть, все вы видите, как оно иногда происходит. Спокойной ночи, да, затянулся стрим, конечно, 2 часа уже идет. Народ отваливается. Завтра кому-то на работу. Ну, а я сейчас на работе. Продолжаем рисовать. Опять же, если ошиблись, backspace. Ну да, самое интересное. Град скончился. Какой град? Я немножко не в это самое, не понимаю. А, ничего себе. Литр вкусняшки закончился. Ну, я, если честно, сделал 2 часа назад себе кружку кофе. И так она у меня стоит невыпитая. Ох, какое ажурное дерево. Давайте мы его, соответственно, кусочек отзеркалим. Так, что получилось? Что это отдельно и это отдельно объединяем. Вот эти узлы просто один на один накладываем, и они сами склеятся. Отлично. Сделаю чуть потолще, чтобы было, наверное, лучше видно. Вот так. А картинки, картинки, картинки. Зададим свойства. Прозрачность. Вот. Прозрачный, да? Ой. Обычная прозрачность. 50%. Вот. Так будет немножко поконтрастней. Что мы делаем? Дублируем объект. Клавишей F10. Как можно удалить? Сразу много нажимаем на один, на одну точку Shift и на другую точку. И, соответственно, все узлы от и до выделяются. Вот у нас отрезалась такая штука. Удалим вот это. И это будет у нас веточка вот здесь.
Раз. Вот. Тоже можно удалить от сих до сих. Вот. Давайте, чтобы не было совсем симметрии, эту веточку мы сделаем чуть меньше и наверх. Так, пожалуй, я сделаю, просто поверну ее. Вот. А вот эту ветку мы отзеркалим. И разместим вот здесь вот внизу, чуть-чуть увеличив. Вот такое дерево. Осталось дорисовать совсем немножко. Давайте дорисуем. Вот так. Тут вот кривоватенько немножко поторопился. Можно, естественно, все это подровнять и поправить. Ну, вот так, пожалуй, будет получше. Объединяем с этим элементом и объединяем с этим элементом. И эти узлы один на один накладываем и удаляем. Отлично склеилось. Что у нас вот тут произошло? Ну, это мы потом исправим. Когда закроем контур, тогда будет это проще. Итак, нам осталось приклеить вот эту веточку. Вот так вот она будет идти. Давайте нарисуем дерево. Вот такой вот листик. И сюда соединим. Тух, тух, тух. И соединяем с этим элементом. А это с этим. И вот с этим. В этих местах мы все это дело объединяем. И удаляем. И соединение получается плавными. Давайте посмотрим, как у нас получилось дерево. Честно говоря, как-то не очень, не очень, не очень. Так, давайте замкнем нашу линию. Вот, теперь, когда у нас контур замкнут, нет, где-то он еще не замкнут. Вот, соединение не замкнуто. Вот, теперь наш контур замкнут. Мы можем
объединить, и все эти места соединятся без проблем. Вот такое вот дерево. Почему его так сильно не вырисовываю? Потому что здесь будет на нем еще надпись. И часть веток, естественно, прикроется. Давайте расположим это дерево на нашем макете. Вот так вот подровняем его. Отрежем низ, чтобы выровнять дерево. Вот такого будет размера. И здесь будет надпись «Семья Червяковских». Напишем «Семья Червяковских». Вот так. Шрифт. Мне очень нравится вот этот шрифтик. Вот так вот мы это расположим. И чтобы буковки смотрелись красиво и контрастно на фоне ажурного дерева, мы дадим контур 5 миллиметров. И таким образом создадим табличку, на которую все это дело как бы повесится. Давайте сделаем 7 миллиметров. Вот так. Разъединяем. Общий контур еще раз разъединяем. И получается сплошной объект. Здесь можно нарисовать кружочек. Таким образом, закрыв вот эту внутреннюю пустоту. Скругляем. Скругляем 2 миллиметра. Вот такая вот будет табличка. Здесь будет фамилия. Ну, а здесь будет толстовато. Можно теперь вот этот контур немножко уменьшить на 3 миллиметра, допустим. Раз. И получится вот такая штука. Вот уже будет, наверное, получше. А дерево я бы увеличил. Чуть-чуть, чуть-чуть. Так, эта штука у нас получается размером 17 сантиметров. В принципе, достаточно будет крупная. Можно и не увеличивать. Ну, вот получилась у нас вот такая вот ключница. Сейчас мы разместим декоративные элементы на место. Вот так. И вот так все это дело будет выглядеть. Да, конечно, это будет рабочий макет. Ну, я, естественно, его еще раз проверю. На стриме не буду уже такой нудятиной заниматься. Проверю, доделаю, и, естественно, это будет рабочий сборный макет. Безусловно. А как иначе? А смысл рисовать ерунду, которая не будет работать? Тогда все, что я вам показываю, будет, собственно, бесполезно. Итак, осталось самое главное – посадить дерево. Садить дерево. Вот так, я думаю, мы его посадим. То же самое, берем шипики вот здесь и вот здесь. А можно и вот здесь. Вот, вот эти три шипа мы просто перемещаем на нижнюю полку. Где у нас будет дерево? На какой плоскости? Я так полагаю, что по самому краю. Так, чтобы дерево прижалось к стене и сильно
не задиралась, не ломалась. Наш домик оно не задевает. Крыша будет спереди. Можно сделать вот так, чтобы это показать. Так. Вот так вот будет дерево сзади. Крыша спереди. Ну, кто что, я вот кофе пью, воду пью, или воду, как правильно. Собственно, вот, дерево мы посадили. Это будет полочка здесь снизу. Здесь все закрепится. Как эта штука прикрепится к стене? Соответственно, можно просто сделать предварительные отверстия, чтобы прикрутить ее вот здесь и вот здесь. Вот такой вот макет получился. Возможно, здесь еще не все доработано. Я его доработаю и выложу, естественно, вам уже готовый файл. Но практически здесь я считаю, что все готово. Особо внимательные, кто там сильно хорошо усваивает материал и очень хорошо подсказывает. Если я что-то упустил, напоминайте. Ну а теперь бонус, если вы еще не все устали. В этой группе увидел я вот такой вопрос. Очень частый вопрос. Размер подпазов корректировать? Да, ну давайте я покажу. Я, естественно, буду потом... Так, что такое происходит? Вот. Что я делаю с пазами? Фото готовое изделие? Ну, не сегодня, конечно же, потому что я это вырежу, покрашу, пока высохнет, соберется. Хорошо, сделаю я фото, естественно. Я фотографирую практически все свои изделия. Выглядеть примерно это будет вот так. Прозрачность? Нет прозрачности. Вот как-то так. Условно похоже. Да, заборчик же спереди. Вот. За дерево сзади. Но не принципиально. Так, с нудной ключницей мы закончили. Не буду я вас мучить. Макетики все тут останутся. Руль. Нарисуем руль. Вот такой вот частый вопрос. Помогите, размер. Хотя бы размер указали. И то хорошо. Нужно нарисовать вот такой вот руль. Кружочек, 25 на 25. Погнали. Прам-пам-пам. 250 на 250. Толщина на хват, я думаю, сантиметра 3. Соответственно, нам нужно задать контур. 30 миллиметров внутрь. Ну, при таких пропорциях я бы сказал толстовато. Давайте сделаем 25 миллиметров. 25. Ну, для хвата 27. Готово. Разъединяем. Исключаем. И получаем вот такой бублик. Теперь для этого бублика нам нужно... сделать перемычки. Внутри мы нарисуем кружок. Кружок мы нарисуем внутри. По центру примерно на глаз. Вот такого диаметра. Чтобы это дело насадилось на ось, внутри будет еще маленький кружочек. Пускай 5 миллиметров. А этот будет у нас 70. Вот. И нужно сделать перемычки. Просто берем прямоугольник. Вот как-то так его размещаем. Берем половину прямоугольника и размещаем его как-то вот так. Это дело объединяем. Объединяем. И
объединяем вот наш кружочек центральный. Не очень красиво получилось. Что мы делаем? Мы используем скругление 20. Красота, ну, многовато даже. 20. Сделаем 10. Чик. Ага, здесь более плавный изгиб. Тогда мы делаем вот здесь вот 20. Да, и здесь 20. Вот. А в этих местах мы делаем 10. Вот, я думаю, вполне симпатичный руль. Не совсем так получилось. Почему? Потому что широковатая перемычка. Просто отменим все действия до вот этого. И уменьшим ширину. Было 36. Сделаем ровно 30, наверное. О, да, 30. И, соответственно, здесь 30. Объединяем, объединяем. И сделаем 10. Маловато. А если сразу 20... Да, то есть надо делать вот здесь вот 20, а здесь делать 10. Чик. Все, вот такой вот руль получился. Центр отверстия исключаем, вот такая дырка. Руль готов. Ну и на бонус еще уже доделаю, раз уж все равно рисую, фоторамку. Вот такая вот фоторамка с именем. Нужно нарисовать 4 рамочки размером 10 на 15. Давайте нарисуем. 10 на 15. Вот фото. Одно вертикально. И одно горизонтально. Вот такая фоторамка. Нарисуем контур всему этому безобразию. Продублируем на всякий случай. Это у нас будет размер фотографии. Дадим контур. Миллиметров 20. Вот такая рамка у нас образовалась снаружи. Но теперь смотрите. Если у нас фотография и внешняя рамка будут одинаковые, то фотка, соответственно, вывалится. Поэтому вот этот внутренний контур нам нужно немножко уменьшить. На миллиметра 2. Будет достаточно. Уменьшаем. Вот этот контур убираем. А здесь сделаем небольшое скругление. И исключаем одно из другого. И опять чуть-чуть скруглим, чтобы пропали вот эти острые моменты. Готово. Вот наша внешняя рамка. И теперь нам нужно сверху разместить имя. Юлианна. Опять выбираем шрифт. Разъединяем шрифт на буковки и подвигаем их чуть-чуть. Вроде так, норм. Все вместе объединяем. Смотрим, чтобы на соединениях не было вот таких изломов. Все.
Отлично. Можно задать небольшой контур, полмиллиметра, допустим. Мало. Да, рамка-то большая получилась, аж 62 сантиметра. Поэтому контур в 1 миллиметр не сильно заметен. Вот, 1,5 миллиметра. Вот, наше имя практически склеилось. И в этом месте мы просто возьмем эти узелочки и чуть-чуть сюда подвинем. Раз. И нажмем объединение. И теперь, когда мы, собственно, скруглим. Ой, даже один много. Вот так. Будет вот такое имя. Теперь, чтобы это имя не отвалилось, нам нужно сделать для него заднюю часть. Юлианна. Корона. Нужно сделать корону. Не хочется мне уже рисовать корону. Я просто открою. Открою свой файлик рабочий, там, где у меня лежат макетики, и мы возьмем оттуда ангелочка и корону, чтобы ничего этого дела не рисовать. Так, вот мои топеры, вот ангелочек, и вот возьмем вот такую корону. Вот, я копирую, и Coral немножко подвисает. Задумался, отдумался. Все, вот наши готовые объекты. Соответственно, это будет вот тут. Вот. А здесь разместим вот здесь. Вот такая вот получится у нас фоторамка. Так, задник. Рисуем задник. Теперь, когда у нас все объекты наши есть, мы их все выделяем, группируем, не объединяем, а просто группируем и задаем контур. 5 миллиметров. Маловато. 7. Вот хорошо. Разъединяем. И объединяем с контуром рамки. Приклеиваем. Весь вот этот внутренний мусор мелкий можно удалить. Я бы даже вот это, наверное, убрал. И, может быть, даже вот это. Как выделить всю замкнутую кривую? Очень быстро. Нажимаем Ctrl-Shift и кликаем. И вся замкнутая кривая у нас выделяется. Нет, но это уже лишнее. Вот это можно удалить. Раз. И все узелки удалены. Здесь тоже мы нарисуем кружочек. Соединим. И внутреннюю часть удалим. Не стоит, достаточно прочная будет, а красота, мне кажется, теряется. Вот, Юлианна готова. Фоторамка такая вот, раз. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать ответную часть для фоторамки, то есть там, где она будет крепиться. Вот, поспешил я все прямоугольнички удалять, удалять, удалять. Что ж, будем восстанавливать все заново. Итак, вот наша рамка, вот наши объекты. Этот вот здесь, да. Отзеркаливаем его вот сюда. Нет. Отзеркаливаем его вот сюда.
Так. Как узнать, на какой угол это дело повернуто? Можно, например, нарисовать прямоугольник и повращать его на этот угол. Да что же оно не вращается-то? Да почему оно не вращается? Вот веселый корл. Кто мне подскажет, в чем секрет? Почему иногда так происходит, что хочу я фигуру повращать? Центр вращения сюда. И тянем. Ну вот почему она тянется, а не вращается? О, поехала. Одумался наконец-таки корл. Опять, опять, опять. Можно просто взять, наверное, угловой размер и тупо померить. Вот, вот так, да? Вот так, раз. И так, два. Вот, 99, 67. Ух ты, какой градус. И, соответственно, 99,67. Ух ты, угадал. И здесь располагаем. Вот, такая штука у нас должна была остаться. Удалил я ее, к сожалению. Это наши выемки под фотографии. Объединяем их, группируем и задаем контур. Насколько я помню, был контур 20 миллиметров. Вот. Вот это будет у нас задняя часть. Тоже можно скруглить. Там, по-моему, было 4 миллиметра. Да, отлично. А что перевести в кривую, я не совсем понял. А немножко, конечно, с запозданием идет и трансляция, и я не всегда даже вовремя замечаю вопросы, поэтому... Не понимаю совсем, о чем вопрос. Что в кривую перевести? Вот, это будет задник, который приклеится с обратной стороны, и сюда будут вставляться фотографии. Так, это нам уже не надо. Вот, передняя часть, имена и задняя часть. А как будет фиксироваться в фотографии? Нужно нарисовать пазики размером 2, ой, 2, 3 миллиметра, такие как толщина фанеры, и расположить их, соответственно, как-то так. Вот, я расположил, теперь объясню, что это будет. Вот у нас получается наша рамка, вот внешняя часть, вот внутренняя часть. Вид со стороны выглядит это вот так. То есть вот одна часть, вот вторая часть примыкает. И нам нужно нарисовать пиптик, который будет вставляться вот сюда. И вот таким образом. Вот такой пиптик будет вставляться в пазик и таким образом будет придерживать часть, вот эту центральную, куда вставится фотография. Фотку прижать просто прямоугольником. Ну, можно, да, разбить, но когда рамка клеится, а задник единый, она становится чуть-чуть потолще, пожестче, ну и выглядит получше, собственно.
Поэтому я делаю так. Вот. Поэтому вот эти отверстия, которые будут держать фишечки. Такие фишечки у меня есть уже заготовленные, нарезанные. Я их просто насыпаю. Вот. Ну и, соответственно, эту штуку нам нужно, вот эти отверстия, нам нужно разместить вот сюда. Как мы это делаем? Берем этот угол и поворачиваем объект. Чик. Все это готово. Здесь то же самое. Берем вот этот угол и поворачиваем вот этот объект. И здесь это готово. Все группируем. Группируем. И располагаем. Вот, все. Теперь наши отверстия на месте. Задник готов и можно резать. Все, эта часть готовая. Осталась метрика. Есть такие вот заготовочки, которые будут подвешиваться снизу на рамку. Ага, на рамке снизу для того, чтобы эти штуки подвешивать, нужно предусмотреть отверстия. Давайте мы их нарисуем. Опять же, будет вешаться на ленточку, поэтому сделаем отверстие прямоугольное. 10 миллиметров. На 3 со скругленными краями. Вот такое отверстие будет вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Мы их все выделяем. Выделяем также контур и скопированием перемещаем вот на эту рамку. Контур лишний, а эти отверстия исключаем вот из этого. Все, теперь, когда это дело вырежется, у нас будут ровные сквозные отверстия. Так, метрика. Третий час стрим идет, капец. Вес 3990. Дата. Вес, рост, точнее, и время. Текстовый блок разъединяем на слова. Делаем шрифтик. Шрифтик я использую Гортензия. В этих случаях вот такой шрифт. Очень удобно его резать. И располагаем цифры на элементах. 56 см. Вот. И время. Время на будильничек. Итак, эти цифры у нас будут не гравироваться, а вырезаться из метрики. То есть, соответственно, нужно их вырезать из объектов. Но если мы вырежем... Ага, вот опять что происходит. У нас гирька находится выше, объект гиря находится выше, чем цифра. Поэтому давайте выделим все цифры, Ctrl-Home на передний план, и чтобы было удобно их выделять. Располагаем 3990. Отлично. Еще раз выделим все и преобразуем в кривую, чтобы текст перестал быть текстом. Вот так. Подгоним под размер. Ага, отлично. Теперь из этого нужно сделать трафаретный шрифтик. Как я его делаю? Я беру инструмент ластик. Вот такой ластик, горячая клавиша X. Размер примерно
1 миллиметр по радиусу, то есть по диаметру 2 миллиметра. И просто вот такими движениями... А что тут за ерунда образовалась? Непонятная. Вот так вот удаляю. Раз. Раз. Затем, чтобы скруглить и придать небольшой прочности, я добавлю маленький контур, всего лишь 3 десяточки, например. 3 десяточки. Даже 3, много, 2. Вот так вот. Килограмма 56 сантиметров. А, крупная. Ну да, ну нормально. Нет, нормально. Это вполне нормально, я считаю. Это детки в последнее время мелкие рождаются, а это нормальный вес, я так полагаю. Двоеточие у часов, мне кажется, должно располагаться по центру, поэтому я вот так вот смещаю. Мне так больше нравится. Опять же, иксом просто вот так вот щелк, отрезаем. Придает шрифту рукотворность. Каждая циферка неповторима. Вот так. Придаем контур. И исключаем. Да, здесь надо исключить, чтобы получить вот такой объект. Здесь такой объект. Здесь мы то же самое делаем. Раз. Раз. Циферка 9. Раз. И 2. Вот такие все кривости просто вот так вот удаляются. Контур. И исключение. Вот такой объект. Наверное, мамы разные бывают. Вот так. Готово. Метрика наша готова. Все. Подходит к концу наш стрим. Вроде все я нарисовал. Сейчас я, чтобы вас уже не мучать, добью ключницу. Здесь у нас вроде все готово. Ну и ждите. Ждите в комментах файлик. Если кому-то заинтересовало. Со всеми вот этими наработочками, нарисовочками. Всем спасибо. Буду прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки. Что там еще говорят, как обычно. Да, всем пока. До новых встреч в эфире.